сыну Жанны Фриски рассказали о смерти бабушки Оли. Разбирательства между Дмитрием Шепелевым и семьей Жанны Фриски продолжаются. Всплыли новые чудовищные подробности. Журналисты поговорили с матерью Жанны, Ольгой. Оказалось, что Дмитрий Шепелев якобы срывает свидание с внуком и настраивает его против дедушки и бабушки. А у коттеджа, от доли которого те отказались в пользу маленького Платона, круглосуточно дежурит охрана. Женщина рассказала чудовищные данные. По словам матери певицы, мальчик находится под наблюдением. На ручке постоянно подслушивающее устройство. Как это называется? Браслет, да. Постоянно ребенок нервничает, отметила Ольга Владимировна. Как сообщила мать артистки, последний раз она видела внука в декабре, и встреча была не из приятных. Первое, что он мне сказал, мне сказали, что моя бабушка Оля умерла. Он зашел на встречу и сказал: «А зачем вы у нас с папой забрали дом и деньги?» На что я ему ответила: «Дом твой, Платон, и деньги твои, никто их у тебя не забирает». Ольга Владимировна дала понять, что их семья отказалась от борьбы за дом. Пусть живут там. И пусть он не волнуется, никто этот дом не заберет. Он никому не нужен. Мне, моей семье, он не нужен, этот дом, заявила женщина. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!